Всем привет! Это обзор очередных посылок из Китая с сайта AliExpress. Сегодня пришла очередная посылка. Посылка вот такая маленькая. Давайте сразу ее вскроем, посмотрим, не будем затягивать. Судя по описанию, здесь вроде бы как наушники для айфона, айрфон, короче, ну, грубая, наверное, подделка, потому что стоило очень-очень дешево. Вот. Здесь ничего больше нету. Ну и что мы видим? Да, действительно, вот они, наши наушники. С виду все очень классно. Вот так вот она запакована, чтобы не открывалась. Здесь такая вот застежка. Можно оторвать было, но я не стал. Мне проще снять, и можно потом опять, если что, при желании вот так вот надеть и вернуть товарный вид. Ну вот, на тот случай, если вдруг нерабочие данные наушники. Давайте попробуем их открыть. Открыто. Не смотрите, уложено вроде бы все четко, но вот здесь вот какие-то ляпы на этой присутствуют коробочке вот лицевой. Наушники какие-то слегка грязные, может быть, китаец их уже засовывал себе в уши, может, еще куда-то. Так, ну что ж, не будем фантазировать, давайте посмотрим. Я уже заказывал китайские наушники, в принципе, тоже не очень. Вот так вот выглядит коробочка без наушников. Не очень они были хорошего качества, но так чисто побаловаться, послушать можно. Но, конечно, за такую сумму вот эти наушники стоили $49. Смотрите, здесь даже вот, ну смотрите сами. Все вот поперебито. Ребята, смотрите. Здесь просто передавлены провода. Просто провода передавлены. Вот она. Наверняка видно. Вот она, вмятина. Ну, то есть, как вот знаете, просто раз и передавили. Не знаю, причем здесь это на... Ну, на этом меньше, на этом меньше. На этом прям вообще безбожно. Прям безбожно видно. Прям вот здесь вот передавлено. В двух местах, даже в трех местах. Вот здесь, здесь и вот здесь передавлено. То есть, не знаю, как он будет работать, не будет работать. Все замызганное какое-то. Предельно коротенькие наушники. Тут я даже не знаю, неужели на айфонах идут такие короткие. У меня одно время был iPhone 4S, но там наушники были подлиннее. Здесь сколько? Здесь даже, наверное, и метра нет. Здесь полметра всего лишь. Ну, то есть, ужас какой-то. Есть у нас не iPhone, конечно, есть у нас телефон самсунговский на андроиде. Сейчас посмотрим, определит он, что это наушники. Потому что бывает такое, что айфоновские наушники не берет, не читает Samsung. Нет, смотрите, здесь звук присутствует. Ну-ка, вот этот. Да. Ну, чего я и боялся. Вот этот наушник не работает. Вот.
Печально, печально, все очень печально. Что ж, причем вот один работает. Вот, я не знаю, навряд ли вам будет слышно. Но вот, а этот вообще, вообще не фурычит. Тут, наверное... Ну, качельки могут не работать, они на айфоне не заточены под айфон. Да, вот она вся громкость. Ну, это громкость, конечно, от одного наушника, это понятно. Второй наушник вот этот не рабочий. Прям вот печаль какая-то. Ну, здесь все, в принципе, ясно и так. Конечно, вот в таком состоянии присылать, это даже смешно. То есть, однозначно, это будет открытие спора. Вот. Я даже сейчас это все сфоткаю, добавлю в спор фотографии. Также ссылочку сделаю на видео, чтобы китаец все это видел и больше подобное никому не присылал. Но, во всяком случае, буду надеяться. Ну, вот. Ну и опять же, конечно, вот такой коротенький проводочек, ну, это даже не смешно. Вот так вот мне просто вот на длину руки, смотрите, вот, то есть, ну, реально, реально это несерьезно. Вот такая была у нас посылочка. Немножко она меня огорчила, ну, вот, рассчитывал я, что будет нечто лучшее, но... Как правильно люди говорят, хочешь что-то хорошее, купи оригинал. На этой точке мы и закончим обзор данных наушников. Ссылочку под видео я оставлю на продавца. Ребята, просто не ведитесь. За доллар 50 центов вы не купите нормальные наушники. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Thank you.